Привет, ну просто иду на съемки, не могу пройти мимо. Смотрите, какие замечательные газоны, да? Я показывал, по-моему, даже как их делали буквально, ну, неделю, может, полторы назад. Расстилали травку, травка прижилась, хорошо пошла. Только вот одно у меня вызывает вопрос, вот это. Тут тоже травка, точно такая же, была посеяна, точнее сказать, развернуты газоны. Полторы недели назад. Ну, я не знаю, просто без смеха это уже невозможно воспринимать. Сделать газоны, засыпать песочком, расстелить траву, после этого вот такое вот все. У вас есть объяснение этому? У меня только одно. Правая рука не ведает, что делает левая.